Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. А ты знала, что самые модные оттенки предстоящего сезона – это бежевый, молочный, шоколадный, ну и, конечно, графитовый. Поэтому, если хочешь быть в тренде, тебе прямая дорога в салон «Занавесочка». Хочу обратить твое внимание на тропические принты. Они оживят любой интерьер. Ну и, конечно, бирюза. Она модная в любом сезоне. А здесь все оттенки бирюзы. Ты же знаешь, как я люблю все блестящее. Ну, не такое, что прям бурлеск. Это, по-моему, перебор. А вот легкий, благородный металлический блеск. Обрати внимание. Знаешь, как говорит Александр Васильев, гнаться за модой бесполезно, не следовать моде глупо, но как же разобраться во всех этих оттенках и многообразии? Следует обратиться к опытным дизайнерам, они тебе помогут и с цветовым решением, и подобрать шторы, занавески, ковры. Обрати внимание вот на этот принт. Тебя смущает, как он будет выглядеть в интерьере? Пойдем покажу. Ну вот смотри, какое дизайнерское решение. Стоит обратиться к профессионалам. А еще я хочу обратить твое внимание на ковры. Здесь их такое множество. А глядя вот на этот ковер, вспоминается советский фильм. Помнишь, товарищи, уйдите с ковра, вас много, а ковер один. Ковры из бамбукового шелка невероятно красиво впишутся в любой интерьер. Придадут ему шарм и изысканность. А еще до конца января в «Занавесочке» действуют скидки на ковры, портьерные ткани, тюли, ну, одним словом, все, что мы с тобой любим. А еще хочу обратить твое внимание на то, что в магазине «Занавесочка» можно заказать чехлы и подушки. Я тебе так скажу, самое главное при выборе шторы ковров, главное, чтобы тебе это приносило удовольствие и создавало уют в твоем доме. Мода лишь диктует нам модели, а выбор за тобой. Лично я никогда не ухожу из «Занавесочки» с пустыми руками. Ну что сидишь? Пошли! Слушай, ну это же целая культура, это же страсть, да? Ты меня понимаешь, это же скорость, это же ветер в волосах. У тебя, кстати, есть категория А? Ну вот, тебе повезло, а у меня нет. И чтобы не терять целую весну, я решила сейчас пройти обучение в учебном кабинете на категорию А. А уже весной, к открытию мотосезона, я буду с правами. Тем более, мотоцикл уже есть. Ну да, в автошколе, но есть. Автошкола-учебный комбинат заботится о безопасности своих учеников, поэтому даже на категорию А ты можешь обучаться в течение зимы. Вся площадка обрабатывается реагентами. Но асфальт сухой. Ну что, понравилось? Да, даже зимой можно пройти обучение, но права получишь весной. Извини, моя дорогая. Иди сюда скорее, я тебе сейчас по секрету расскажу, как подруге. Учебный комбинат раздает подарки. До конца новогодних каникул действует специальное предложение. 21 тысяча на категорию Б. Это уже с бензином, с вождением, совсем-совсем. Ну, прямо инклюзив, представляешь? А квадроцикл-снегоход всего лишь 3800. Там стихами заговорила, да? Знаешь что, моя дорогая, в наше время быть сильно независимой женщиной с правами и обязанностями не только модно, но и необходимо. Поэтому получай права в учебном комбинате на Дурмановском 23. Все категории. Ну что, 250 берем или литрушечку? Ты о чем? Я же о двигателе.